Перспективы развития профессийного плавания и использования спортивных объектов. Сегодня на коллегии управления спорту и туризму Гомельского облвыконкама проанализовали актуальные питания развития галины. За худшими пропановами ознакомились наши корреспонденты. Нельга сказать, что с развитием профессийного плавания ситуация на Гомельщине критичная. На опошнем чемпионате краины, например, команда в области заняла другое место. Что тычется базы, она так само неадренная. Тренировки спортсменов проходят у 18 установок. С уликом групп початковой подрыхтовки займаются больше, как 2400 человек. Разом с тем, когда на республиканских чемпионатах мы отрымливаем узнагороды, то у споборництвах рангом ниже и с высокими выниками есть проблемы. Чемпионат – это, скажем так, взрослые спортсмены, но есть еще и средние. Звено, то есть спартакиады, УДН, там, где дети выступают. Вот это хотелось немножко подтянуть, конечно. Бодай, головная причина иснующих проблем связана с работой тренеров. Тут и недостатковая физическая подрыхтовка спортсменов и отсутность чакаемых выников. Показчики за 2019 год, что огучены на коллегии управления, звание кандидата в майстры спорту по плаванию отримали только 10 человек, а майстров у вогуле 2. У якости пропановы по управлению ситуации больше активное выкористание навуковых напрацовок, что дозволит не только систематизовать работу, але и сделать ее больше эффективной. Еще одно обмеркованное питание – это эффективность выкористания физкультурно-спортивных объектов. Размова об наведывании их аматорами здорового ладу життя. Сулита гэтые показчики скоротились, а причем вельми значно. Эпидемиологическая ситуация повлияла на посещение людей. Люди где-то со своей стороны немножко, и у них есть этот эффект боязни приходить посещать общественные места. И мы это видим в цифрах. Если мы в 2019 году посещаем учреждений спортивных было порядка 91 и выше процента, то в этом году мы видим, вот по итогам 9 месяцев посещаемость составила 65,7%. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу сделать такое объявление и сказать, что спортивные объекты – это одни из самых безопасных объектов в регионе. Они намного безопаснее, чем объекты общественного питания и какие-то другие, потому что там принимаются все меры для того, чтобы обеспечить людям именно здоровый досуг с соблюдением всех мер безопасности. Алексей Тюров, Максим Савин, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель».